В районе улицы Анабеим. Сейчас зайдем в центр, который раньше назывался так называемым названием Шекем. Вот он. Вернее, то, что от него осталось, потому что торговли сейчас нету. И, наверное, был раньше самый известный, самый крупный центр на улице, на Адаре. Сейчас, в общем-то, только остатки роскоши остались. Мало магазинов работает. Может быть, сегодня выходной какой-то, надо спросить, но сегодня работает очень мало магазинов. Сегодня выходной здесь? И? Сегодня выходной здесь? Где? В магазине. Почти ничего не работает. Прямо до конца направо, моя мама. Я понимаю, но почти ничего не работает из офисов, из... Так, выходной сегодня, как вы слышали. Вот я еще раз его покажу издалека. Вот такой магазин, торговый центр, бывший из стекла и бетона. Сейчас на верхних этажах вот там в основном офисы. Вот. И то тоже, кажется, заполнены они. Верхние этажи где-то процентов на 20. Все это был обзор про бывший Шекем, который находится в Хайфе на Адаре. Рядом с улицей Невиим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.